Автомобильный погром в центре города. Водитель на ленд-крузере протаранил сразу 8 автомобилей. Как оказалось, цель этой акции – месть. Неоднократно судимый мужчина таким образом мстит своей бывшей семье. По квартире везде гантели валяются в разобранном виде. Понятно, что он не все разбивал, он на полу. Кровь. Скорее всего, это его кровь, с учетом того, что дверь разбита, там осколки. На балкон, если пройди, ножи вообще везде просто валяются. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.